ко мне. Где? Я вам могу успеть на бок. Еще одна. Нет, я отхожу. Скорее всего, они в трёхе будут. Да, в мусорке. Минус один. Вперед дал. Дал в мусорке. Перебегаю. Резкий исчез просто у меня из-за подозрения появилось. А, ушел. Пошли пролом, двое. Прошли направо. Как не опасно, на яме сейчас там они. Контейнер. Один. Ой, второй. Там очень странный типа, он все в голову дал. Все вообще. Которого ты убился. Ну. Вот может читать. У него психа? Не знаю. Еще есть, треугольник. Куда он залетит? Да. Да. Ходит прямо на АГС. Эти... Что? С меченки? Откуда у них меченка? Может, они как раз таки и шли мигранты прокидывать? Ну, тут... Пойдем АГС. Передо мной. Два. Минус один. Второй пробитый. Там гранты выходят. Кэт. Налево уходит. Там гранты. Ушел налево, в сторону поля. Да-да. Контейнеру, по-моему, дальше уходит к синему. Моя. Да-да-да. Слева от синего контейнера. Залил там. Возможно, он. Его я видел. Ты уже у синего? Да. Вот ты глушак. Просто летело, да? Вот и глушак. Русский, кстати. Кто это? Ник у него готов кабанчик. Злой кабанчик. Еще один кабанчик? Да. Злой кабанчик. Ага. Ходит на первом. Да. Темные комнаты. Это что, поверх? Угу. Там хаев темная. Угу. Там еще есть. Темный? Да. С этой лестницы зайду. Просто грены откидывает, сидит внутри. Все. Я тут. Чисто. Повестка инвейшн, киберспортсмен был. 42 уровень, что это говна шмотка. Просто 36. Понимаю. А, они оба с повязками, два киберспортсмена. По-любому это эти. Она тупо в рейде находится, что ли? Сейчас они с ними ходят. Да. Барахолки 200 тысяч стоят. Всего лишь 200. А, ну да, я же забыл, это же киберспортивная повязка. Если не оденешь ее, то что, кто-то такой вообще? Кто-то без повязки. ЧВК, лутер, миллиардер. Филантроп.
дальняя дверь затыкает. Едет вторик. Да, секунду. Правая, левая? Правая. Правая сторона была. Перебежал на лестницу. Он рядом. На лестнице он до сих пор? Я не понимаю, где он. Вот стреляет. Убил. Хотел забежать. Ох, хитить там он. Ух ты ж. Что там с ним? Долбасит его там. Я на первом. Темпл играет. Ты на втором, да? МК или что-то такое, да? Я не знаю. Блять, стоит крыса в сейфах. Где? А, сейфы на первом, справа. Без звука. От тебя справа, да? Он уже мог перебежать. Погрену ему в комнату. Внизу, типа Battle Pass, да, зон. Ты сейчас дышишь в алтыне? Да. А нет. Сейчас... Валим! В стороны! Надо убил. Справа, да? Да, справа комната. Грена, слева. Грена, Грена еще. Да-да-да, справа сидит. Десантироваться будешь или я пошел? Давай, давай, давай. Дашь ему гранатку там или типа того? Нет, нет гранат. Я прохожу просто. Давай. Это не ты? Это он на третьем, в Мещенке где-то. Вот же, на кухне! И, ну, есть еще МП-7, Мещенка, походу. Ходит, ходит, слышишь? Сидит слева, слева, слева сидит. Крыша! Смотри крышу быстрее. Хорошо, я пушу. С крыши захожу. Я грену там кидал, решаю. Убил меня, блядь, забежал еще один. На центральной лестнице. Нет, из-за стенки умер без звука. А я его убил. Эх. Десинки все-таки есть. Добавить справа, слышно, как меня падает, он был, нет? Нет, это он и есть, крыша. Убил. Да, это гараж. Вот так, да.
Ходишь ты? Нет. Где? И у Меченки, и у магазина есть, типа. Понял. Один минус. Какой? Магазин. Хатапка! Твой? Да. Под нами тут на первом есть. Походу кто-то зашел с первого к нам. Контроль лестницы. У магазина, на улице. Здесь. Первый? Да, он уже спрыгнул. Ходит на улице, на углу, со стороны магазина, со стороны двухи. Хорошо. Слева, слева! Блять! Дышало! Блин, в упоре! Да. Слева еще. Гранатик. А ну. Убил этого. В лоу-граунде, понял, под вышкой? Да. Убил? Да, не хотел умирать. Ух, капец, вышли. У меня броня 5 осталось. Мне 24. Нормально сходили в рейд. У вышки. Чеку. Он зашел в бушку. Прям в бушку справа. Все, чувака. Так я говорю, что чувака. Я повезло, что он сюда не посмотрел. Я сижу такой впереди, грубо говоря, пришиваюсь. Маленький. А и тоже был маленький. Вот он, последний охранник. Бежит. Камни. СВД. Это снайпер, СВД снайпер. Это моя была. Понял, да. Он гранат кидал. Я в сейве вроде. Какая-то анимация на руках у меня была, короче. Да, грена там была. И вот я и слышал. Тихо! За вышкой! Да, справа. В будке. С правой части будки. Убил. Ты перезаряжаешь? Да. Он решало уже пол... Как, блядь? Решало, что меня. А, он, наверное, в рейд вырезал, то это да. С удовольствием посмотрел, конечно. Это броня. Летал. Дал грена перед нами. Он убил меня. Я его убил. А, я сгладил стрелера. Что, не порегало? Нет.
И я когда умер, я слышал, как ты еще стреляешь. А машины-то и нету. Блять, у меня еще два человека. Двоих. Тут такие небольшие. Хорош, короче, на сегодня. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.